sizden fazla sözü uzatmak istemeden hemen konuşmacılarla başlamak istiyorum. İlk konuşmacımız Ahmet Murtaz Aliyev, Dağıstan Bilim Merkezi üyesi. Geçen gün Tiflis'teydi, dün akşam kendisiyle görüşmüştük fakat henüz gelemedi. Geldiği zaman kendisi de konferansa dahil olacak. O yüzden ikinci konuşmacıyla başlamak istiyorum. İkinci konuşmacımız Mariam Dolgieva, İnguş Devlet Üniversitesi'nden aramıza katıldılar. Ve Çeçen İnguş göçmenleri üzerine tezlerini sunacaklar. Kendilerine sözü veriyorum. Fakat sözü vermeden önce bütün konuşmacılardan konuşmalarının başlarında kendilerini kısaca tanıtmalarını da rica edeceğim. Çünkü kendilerini biz tanıyoruz ama buradaki katılımcılara da kendilerini tanıtırlarsa memnun oluruz. Buyurun, söz sizin. Добрый день, уважаемые участники столь важного форума. Я приветствую вас от имени ингушского народа. Я Долгиева Марина Беловна, представляю Республику Ингушетия. История ингушей была очень трагичной. Мы на протяжении определенного исторического этапа развития подвергались различным репрессиям. В 1865 году ингуши, точно так же, как и остальные горцы Кавказа, были переселены в Османскую империю. Затем в 1944 году ингуши были депортированы со своей исторической родины и провели 13 лет в степях Казахстана. И только в 1957 году были реабилитированы и вернулись на свою родину. Нам с вами, ученым, нельзя забывать о тех трагических страницах в истории нашего народа. Мы должны серьезно и глубоко изучать эти проблемы. Ингуши, конечно, в этом плане отстали от многих кавказских народов, поскольку не было своей государственности, и только в 1992 году, 4 июня, был подписан указ об образовании Республики Ингушетия. Вот до 2011 года ингушский народ был без своей написанной истории. И только в мае 2011 году, благодаря работе ученых Ингушетии, был издан фундаментальный труд по истории Ингушетии. Я его привезла сегодня сюда для библиотеки научной Фонда кавказских исследований. И надеюсь, она поможет многим ученым изучить историю ингушского народа. Ну, тема моего доклада была озвучена сегодня. Я скажу, что проблемы переселения ингушей в исторической науке очень слабо изучены. Очень много белых пятен в истории народа Ингушетии, и предстоит огромная работа в этом направлении. Я постаралась коротко показать те причины и последствия этого переселения. Переселение одного из субэтноса ингушского народа, карабулаков, которые точно так же, как и один из субэтносов черкесского народа убыхи, практически исчезли. В середине XIX века имперская Россия начала широкую кампанию по переселению горцев-мусульман в Турцию. Это был завершающий этап колониальной политики царизма, направленный на решение острого аграрного вопроса на Кавказе и на вытеснение части непокорных, непримиримых, неблагонадежных горцев в завоеванной царизмом территории. В их число попали наряду с другими северокавказскими народами и ингуши. Переселением ингушей и других горцев российское правительство решало ряд проблем политического, экономического и социального характера. Особенно актуальным вопрос переселения горцев в Турцию стал после падения в 1859 году имамата Шамиля.
В этот период царскими чиновниками при поддержке представителей местной элиты были подготовлены различные проекты по замерению края. Разработаны были ряд проектов по послевоенному устройству горского населения, в том числе ингушей, авторами которых были граф, генерал-адъютант граф Евдокимов, генерал Милютин, князь Борятинский, генерал Ермолов, генерал Лорис Меликов, генерал Кундухов и многие другие. Политика верховной власти в отношении Кавказа всегда формировалась под влиянием ее кавказских военачальников. В 1859-1865 годах историки выделяют несколько этапов в ходе переселения горцев Кавказа. Я остановлюсь именно на этом этапе, 59-65 годы. Основной задачей царской администрации на Центральном Кавказе было удаление наиболее непокорной части горского населения, особенно карабулаков, орстхоевцев или по другим источникам орштхоевцев, которые могли подорвать новым восстанием все завоевания царизма. В целях реализации программы военного министерства и отдельного кавказского корпуса по расширению военных укреплений, присвоение плодородных земель в низовьях рек Ассы и Фортанги для новых казачьих поселений, царская администрация переселяла ингушей с гор и предгорий на плоскости, разъединяя их казачьими станицами. Начальник левого крыла Кавказской линии Евдокимов организовал массовое переселение горцев на равнину. В связи с образованием третьей предгорной линии, первая была по Тереку, вторая по Сунже, необходимо было полностью овладеть новыми землями. И, наконец, правительство за счет удаления части беспокойного населения стремилось приглушить острый аграрный вопрос, который еще более обострился вследствие экспроприации земель горцев в пользу царских чиновников и казачьего населения, и готов был вылиться в очередное народное возмущение. Ингуши к периоду переселения на плоскость были самыми малоземельными. Процент малоземельных в плоскостной Чечне составлял 77%, а в Ингушетии 89%. В результате проводившейся Евдокимовым политики переселения горных аулов на равнину между рекой Сунжей и Черными горами, здесь сосредоточилось более 80 тысяч человек. Причем средний земельный надел горцев составлял 1-2 десятины на душу, что не всегда могло обеспечить даже простое выживание. Тогда как для сравнения у казачества на душу населения было от 9 до 11 десятин земли. Горцы вынуждены были арендовать свои же земли. К примеру, ингушский аул Галашки полностью был арендован у казаков. Правители Терской области должны были найти выход из сложившейся сложной ситуации. В связи с этим идея интегрировать мухаджирство в российскую стратегию завоевания Кавказа была актуальна. Она созрела к осени 1860 года. Автором ее был незадолго до этого назначенный командующий войсками правого крыла Кавказской линии Евдокимов. Поэтому инициатива бывшего начальника Чеченского округа генерала Мусы Кундухова, предложившего начать массовую эмиграцию ингушей и чеченцев в Турцию, оказалась для Кавказской администрации весьма кстати. Начальник Терской области Лорис Меликов, на которого Кундухов вышел со своим предложением в начале мая 1864 года, писал, что отъезд даже 100 семей будет уже для нас облегчением. Отсюда мы с вами видим, насколько желанно было это переселение. К 17 мая проект был уже согласован с главнокомандующим Кавказской армии великим князем Михаилом Николаевичем, а позднее и с самим императором. Все мероприятия царизма сводились к единой цели – очистке территории Кавказа от коренного аборигенного населения. Царское правительство, планируя в максимально сжатые сроки отправить в Турцию горцев, в том числе ингушей, создавало им крайне неблагоприятные условия. Проводилась политика насильственной христианизации. Известно из источников, что не желавших принять христианство казаки связывали, и после сильных побоев неграмотный поп обливал их водой
а иногда и мазал им губы свиным салом. Писарь записывал их имена и прозвание в книгу, как принявших по убеждению святое крещение, и после требовал от таких мучеников строгого исполнения христианских обрядов. За одно непослушание уже подвергали горцев телесным наказаниям, арестам и денежным штрафам. Продолжалась дальнейшая аннексия земель горцев. Ингушей переселялись с мелких хуторов в крупные аулы по 300 дворов для того, чтобы легче было их контролировать. А на освободившихся землях создавали казачьи станицы. Такая политика послужила причиной Назрановского восстания ингушей, которое было жестоко подавлено. Царское правительство любыми путями стремилось депортировать народы, жившие на этих землях. Кавказ царизму нужен был без кавказцев. Изначально такая политика проводилась в отношении черкесского народа, а затем была скопирована как модель для ингушей, чеченцев и других горцев. Переселение наиболее беспокойных ослабляло остающихся на Кавказе так называемых замиренных горцев и давало возможность окончательно овладеть Кавказом. Применялись методы шантажа и подкупа северокавказских владетелей и части духовенства, шла активная агитационная работа. В качестве агитаторов выступали высшие военные чины, старшины, представители духовенства и аристократического элемента из числа горских народов. Это такие как Кундухов, Цугов, Саудулла Османов, Саатуллах и другие. Убедительно показывает в своей работе позицию местных аристократических кругов в вопросах переселения исследователь Силаев. А для кавказских элит постоянное лавирование между российским правительством и командованием кавказской армии с одной стороны и Шамилем, турецкими эмиссарами, западноевропейскими искателями приключений не без ведома своих правительств, наводнившими землю адыгов, к этому времени уже вошло в привычку. Учитывая авторитет и уважение, которым пользовался Шамиль среди горцев, царская администрация на Кавказе после его пленения планировала использовать и бывшего имама Шамиля, надеясь, что он непременно сумеет привлечь к себе большое переселение. Для окончательного решения вопроса переселения горцев в 1864 году в Стамбул по поручению великого князя Михаила выехал генерал Муса Кундухов. Он договорился с турецким правительством о переселении ингушских и чеченских семей. Турецкая сторона просила осуществлять переселение постепенно и малыми группами по 5000 дворов. В процессе агитации ингушей и чеченцев использовались любые методы, в том числе тексты турецких прокламаций, подготовленных ранее для адыгов. При этом царское правительство скрывало свои истинные намерения. Все проводилось так, чтобы горцы не заподозрили правительство в желании переселить все население в Турцию. Агитируя переселиться ингушей и чеченцев, убеждали о безысходном положении их на Кавказе и о преимуществе их переселения в единоверную Турцию. Ингуши тяжело поддавались этой агитации, но не видели никакой будущности. Их земли отошли к казакам, надежд у них не осталось. Им представлялся лишь один выход – переселиться на чужбину или покориться полностью властям. Горцы, которым теперь под угрозой русских штыков предлагалось сделать выбор между равниной и Турцией, выбрали эмиграцию. Очень хорошо процесс этот выселение и процесс агитации, которая проводилась среди ингушей, расписан в работе патриарха ингушской литературы Идриса Базоркина, который написал роман «Из тьмы веков». Вот в этой своей книге он четко показывает этот процесс переселения. В работе исследователя Дзагурова отмечалось, что многие ингуши категорически отказывались покинуть родину, но были и такие, кто надеялся на лучшую долю в стране, где живут братья-мусульмане. Тут здесь мы понимаем с вами, что в вопросах переселения религиозный фактор играл не последнюю роль. При Министерстве внутренних дел Царской России была создана специальная комиссия, которая должна была выработать правила, на основании которых желающие могли бы переселиться в Турцию.
Программа поощрения иммиграции была оформлена и в самой Турции в законе от 9 сентября 1857 года, который объявлял, что все переселенцы находятся под особым покровительством султана и давал им ряд существенных льгот. Было также создано специальное ведомство по делам иммигрантов. В январе 1860 году в Стамбуле была образована комиссия по содействию иммигрантам, во главе которой стоял губернатор Трапезунда Хафиз Паша, черкес по происхождению. Из приведенных цитат видно, что османские власти также были заинтересованы в переселении горцев Северного Кавказа. Иначе, чем объяснить их готовность принять мухаджиров Северного Кавказа? Есть мнение, что Турция планировала использовать горцев наравне с курдской конницей в кавалерийских частях. Основными причинами, толковавшими Турцию принять переселенцев Северного Кавказа, пишет Анзор Кушхабиев, были желание пополнить северокавказцами свою армию, расселить мухаджиров в христианских и других нетурецких районах империи с целью их использования в борьбе с национально-освободительными движениями, укрепляя власть на окраинах. Особенно Турция желала расселить их на территории компактного расселения армян и на Балканах. Принимая мухаджиров с Кавказа, Османская империя стремилась и к решению экономико-демографических проблем. Силаев считает, что в середине века Турция переживала острый демографический кризис, связанный с длительными войнами на Балканах и в Аравии. Причем такая практика настолько вкоренилась, что российский посол в Турции Нелидов позднее назвал ее неизменным правилом политики порты. Турецкое правительство стремилось заселить кавказскими переселенцами пустующие земли империи, используя их для освоения залежных, болотистых, неплодородных земель. В Турции началась кампания на государственном уровне по ассимиляции нетурецких народов. Переселенцам запрещали говорить на родном языке, заставляли менять свои национальные фамилии, имена на турецкий. Из этого видно, что не только Россия была заинтересована в переселении горцев, но и Турция преследовала в этом вопросе свои определенные цели. Неоднозначно в исторической литературе и роль непосредственного руководителя переселения генерала-майора императорской армии, турецкого дивизионного генерала Мусы Алхастовича Кундухова. Я останавливаться на его автобиографических данных не буду, а скажу только, что ряд исследователей считает, что Кундухов стремился к достижению чинов, наград, материальных выгод, и что за большое вознаграждение предал интересы тех, кто ему верил, и возглавил переселявшихся в Турцию горцев. Его горцы называли генералом-мусульманином. Инерал, Босул Инерал, так называли его горцы. По одним данным, он за проведение этой кампании получил 45 тысяч рублей золотом. В работе Кушхабиева говорится, что царский генерал Муса Кундухов в 1865 году в награду за особые старания в организации выселения 23 тысяч человек, в основном ингушей и чеченцев, получил от царского правительства 50 тысяч рублей. В своих мемуарах генерал пишет, что оценочная сумма его имущества, которая осталась на Кавказе, 82 тысячи, а ему выдали из казны только 45 тысяч депозита. Известно, что к 45 тысячам ему было выплачено еще 12 тысяч для оказания помощи нуждающимся горцам. При этом также известно, что переселенцам не хватало транспорта, не хватало еды, и многие из них, не выдерживая тягот этого перехода, умирали. Другие историки пишут, что он сам стал жертвой политики царского режима и, подчиняясь командованию как человек военный, вынужден был оставить службу, дом и уехать в чужую страну в неизвестность. Вместе с ним переселились влиятельные осетинские мусульманские фамилии. Царские власти стремились, переселяя из Осетии только мусульман, осуществить давнюю свою мечту – укрепить в Осетии православие и создать в сердце Кавказа, в окружении мусульманских народов, себе союзника. Непонятно, как генерал Муса Кундухов, раскрывающий в своих мемуарах преступную политику царизма на Кавказе, вновь идет на поводу у этой власти и возглавляет переселение горцев в Турцию. Вышли его мемуары, и в мемуарах он критикует политику царской России.
Вероятно, он искренне верил, что переселение горцев лучший для них вариант, или зная, что после окончания Кавказской войны придет конец его военной карьеры, и он дальнейшую свою перспективу видел только в Турции. О роли Мусы Кундухова переселенцы сложили скорбную песню. В одной из таких песен «Стамбул зовут и зарек» песня о переселившихся в Стамбул. Осетинские мухаджиры передают суровые и драматические события, очевидцами которых они стали. Слова из этой песни приводятся в моем докладе в примечании. Трагическим был итог деятельности генерала Кундухова. В результате массового исхода горцев Северного Кавказа в Османскую империю в пути и на местах поселения от голода, болезней погибло более 800 тысяч горцев. В ходе переселенческой политики часть племен Западного Кавказа, убыхи, шапсуги и другие, а также карабулаки Центрального Кавказа, это субэтносы ингушского народа, вообще исчезли как этносы. Особенно ненавистно было царизму субэтносы ингушей карабулаки. Они занимали важное стратегическое положение, были наиболее беспокойными и непримиримыми. Именно с них и было решено начать переселение. В этой своей докладной записке Лорис Меликов просил генерала Карцева, чтобы он добивался с выселением чеченцев и удаления всех карабулаков. Эти данные свидетельствуют о том, что Лорис Меликов не одинаково относился к различным этническим группам и народам на территории управляемой им области. Особенно ненавидел он ингушский субэтнос карабулаков, астхоевцев. По его мнению, они вообще были не способны принять какую-либо гражданственность, поэтому им никаких условий не ставилось, они должны были поголовно выселиться в Турцию. Было решено переселить до 1500 семейств из числа ингушей, преимущественно карабулаков. В дни их выселения в донесении начальника Назрановского округа полковника Нурида начальнику области генералу Лорис Меликову говорилось: «Переселение карабулаков идет хорошо. Сами зажигают свои аулы, чтобы не оставить их казакам. Это говорит о том, что чувство превосходства и собственного достоинства перед завоевателями их не покидали и даже в такое трудное для них время». Исследователи проблемы переселения кавказцев в Османскую империю приводят различные официальные данные о количестве мухаджиров. Я не буду останавливаться на этом. Я просто надеюсь, что многие докладчики эти цифры в своих докладах приведут. По данным, значит, из донесения начальника ингушского округа известно, что первые 70 семейств назрановцев, то есть галгаев, ингушей, изъявили склонность к выселению. К ним ожидалось присоединение последующих групп. Позднее он сообщил о значительно большем количестве ингушей, готовых переселиться. 88 семейств. А вот карабулаков решено было выселить всех поголовно. Но в крайнем случае власти надеялись, что их останется на Кавказе не более 100-150 семейств. По данным полковника Нурида, их осталось в одном селении Ахбарзой, ныне это село Сагапши, 75 карабулакских семей. Ну, есть и другие данные, где говорят о том, что осталось их чуть больше. По приведенным исследователям, ингушским исследователям Мурадом Муртузовичем Базоркиным данным известно, что точное количество выселенных карабулаков 1366 семейств. В разных источниках говорится, что в 1865 году в Османскую империю было выселено до 5000 чеченцев и ингушей. Более 5000 семей, разделенных на 28 партий в период с 28 мая 1865 года до 11 сентября того же года проследовали через Владикавказ и Грузию в Турцию. Значит, путь мухаджиров, ингуши и чеченцы добирались сухопутным путем. Этот путь был очень тяжелым. Многие из них не выдерживали всех тягот, обрушившихся на них. Среди них начались инфекционные заболевания. Многие умирали. Катастрофическими были результаты этой трагедии. Отаманская империя, принявшая их, обещавшая свободу и каждому семейству полное хозяйство, ровно им ничего не дает. А вспыхнувшая среди них в дороге эпидемия уносит вечность половину эмигрантов, отмечал один из исследователей Альтимиров. Изначально было решено поселить ингушей и чеченцев
на землях между Эрзерумом и озером Ван. А затем в результате переговоров представитель России в Стамбуле добился их поселения за Диарбекиром, подальше от российско-турецкой границы. То есть Россия была заинтересована в том, чтобы горцы были расселены подальше от своей границы. По свидетельству очевидцев, земли в окрестностях Диарбекира и Алеппо были совершенно непригодны для обработки, и это очень хорошо знало российское правительство. Но их цель была поселить ингушей и чеченцев подальше, как я уже сказала, от границы. Как сообщал официальный историк того периода Берже, переселившиеся в Турцию ингуши поселились частью на Сагангукском хребте, частью же к югу от Диарбекира. Два месяца они находились в открытом поле без средств к существованию. Под давлением всех этих причин некоторые семейства решили вернуться на родину и направились в сторону Александрополя. Но пересечь российско-турецкую границу им не разрешили. Близкие родственники мухаджиров, оставшиеся на родине, зная о трагическом положении своих соотечественников, стали обращаться к властям с просьбой разрешить вернуться мухаджирам на свою родину. В копии прошений 15 ингушских аулов Назрановского общества от 30 марта 1870 года содержится просьба о возвращении переселенцев ингушей из Турции на родину. Письмо подписали 15 ингушских офицеров. Исследователь Загуров пишет, что в документе они обязуются принять на себя все издержки по возвращению, отвечать за их поведение и поместить на отведенной им земле. А для разыскания места жительства переселенцам мухаджиров просит отправить на свой счет в Турцию доверенных лиц. То есть готовы были мухаджиры для того, чтобы вернуться на родину, принять даже христианство. В прошении указывалось и такое, что готовы принять христианство, лишь бы им разрешили вернуться на свою историческую родину. За период с 1866 по 1871 годы включительно обратно вернулись 2798 человек. Многие из переселенцев возвращались, оставив своих родных на чужбине, в надежде на то, что царская администрация разрешит вернуться их семьям. Известно, что почти никто не получил такого согласия. Наоборот, власти всеми средствами препятствовали их возвращению. Исключение для реэмиграции допускалось только для бывших офицеров, и это понятно почему. Подводя итог, необходимо отметить, что для малочисленного ингушского народа политика переселения в Турцию имела катастрофические последствия. Часть переселенцев погибла в пути. Ингушский субэтнос карабулаков, как и убыхи, были полностью истреблены. Оставшихся на Кавказе карабулаков поселили на территории Малой Кабарды и впоследствии объединились с жителями селения Сагопши. Какова же была судьба той немногочисленной части карабулаков, оставшихся на земле предков, и тех из них, кто ценой неимоверных лишений сумели вернуться на родину из благодатных земель правоверной Турции? Этот вопрос представляет особый интерес для исследователей и до сих пор не потерял своей актуальности, так как некоторая часть современных тейпов, родов ингушей и чеченцев считают себя по происхождению потомками карабулаков, получив наименование арстхоевцы или орштхоевцы. Некоторые тейпы, которых присутствуют среди обоих народов. К сожалению, этот вопрос должного освещения в кавказоведческой литературе еще не получил. По мнению исследователя Алмазова, была и приятная сторона медали в судьбах возвращающихся на родину горцев. Многие из них с теплотой и благодарностью вспоминали начальника главного штаба Кавказской армии в Тифлисе, князя Орбелиани, который, несмотря на строгие предписания правительства, ссылать горцев для поселения во внутренние районы империи и в отдаленные места Сибири, приложил немало усилий и помог им поселиться на родном Кавказе. Это касается тех, кто сумел вернуться из Турции на Кавказ. Антинациональная политика царизма самым тяжелым образом, отразившись на судьбе одного из северокавказских народов, долгое время игравшего ключевую военно-политическую роль на Центральном Кавказе, не только в период Кавказской войны, но и в предшествующие годы, привела карабулаков почти к полному исчезновению. Переселенческая политика царизма изменила экономико-демографическую ситуацию в целом на Кавказе и в частности в Ингушетии. Кавказ очистить в результате переселения от аборигенов царизму не удалось, равно как и решить другие задачи, в том числе и аграрный вопрос. У меня все. Спасибо за внимание.